Сложность заключается в технике пилотирования при эвакуации с высотных зданий в том, что распределение внимания очень сложно определить, смещение вертолета на большой высоте. Даже когда метр, 2 метра влево-вправо, на такой высоте, на высоте 100 метров, весеннее, это практически не чувствуется. Подвинуть вертолет на метр или там 2 метра назад, вперед, и выдержать высоту, потому что привязка к земле очень, ну, далеко в ориентире все находятся. И также влияние ветра очень сильно влияет, потому что когда происходит эвакуация с крыши высотных зданий, над крышами создается турбулентность из-за ветра. Вот эти резкие порывы ветра, они бросают машину. Ну, в общем, вверх-вниз, а высоту нужно постоянно выдерживать, потому что внизу на эскейпе находятся люди. И для этого, ну, вот в этом заключается сложность летчика, чтобы выдержать точное место вертолета над крышей. Перевозка людей осуществляется на скорости не более 150 км в час, это 120-130 км в час. Это для того, чтобы, ну, создать им более комфортные условия, они же находятся на открытом пространстве, и чтобы их сильно не обдувало за счет скорости.